Фасад Академии холода дал слабину и посыпался чуть ли не на прохожих. К счастью, никто не пострадал. Пришла весна, видимо, Академия холода начинает потихоньку таять. Одессит решил покататься на машине по пляжам, пока они пустуют. И застрял в вязком песке. Машину оставил у моря. Теперь вместо лодочной станции здесь автостоянка. Пока не смоет. Оказывается, у каждого свой святой Николай. Некоторые одесские священники заставляют молиться Николаю II. Говорят, иконы с ним в Одессе не редкость. Называются Николай. Не святой, а второй. Порой кажется, что автохамы будто соревнуются друг с другом, кто хуже припаркуется. И город нашел своего победителя. Водитель джипа припарковался прямо посреди дороги. Позвонили угонщикам, попросили убрать. В одесские супермаркеты завезли новый элитный сорт гранатов. Называется «Чернее ночи». Продаются по цене обычных, но кушать их нельзя. Только посмотреть и почернеть от ужаса.